Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы посмотрим на картах Таро. Рабочий момент. Мысли, эмоции, поступки Саши Лукашенко и Михаила Ивановича. И что их объединяет при рабочем моменте. Так, начали. Мысли, эмоции, поступки. Так, раз, два, три, четыре. То, что их объединяет, это рабочий момент. Михаил Иванович. Нижняя, да? И Саша Лукашенко. Так, теперь. Младший аркан и помощь. Мысли, эмоции, поступки. Смотрите. Значит так, объединяющий рабочий момент. Мысли, эмоции, поступки Михаила Ивановича по отношению к Саше Лукашенко. Мысли, эмоции, поступки. И что же будет, Дальнейший прогноз. Так, мы берем старшие арканы, тройной таро. Так, старших арканов. Три мага. Так. Три четырнадцатых карт. Четырнадцатая карта Святого Михаила, да? Так, начали. Раз, два, три, четыре. Вот рабочий момент. Рабочий момент от Михаила Ивановича для Саши Лукашенко. Рабочий момент. И мысли, и эмоции, и поступки к Саше Лукашенко. Саша Лукашенко, и мысли, и эмоции, и поступки. И что же будет, Так, тотемное животное, которое охраняет Михаила Ивановича. Так, кто охраняет Михаила Ивановича? У него на работе. Потом пойдем на работу к Михаилу Ивановичу. Мы ходим с вами по гостям, да? Вот он, защитник, охранник Михаила Ивановича. Так, Саша Лукашенко, кто тебя охраняет? Тотемное животное. И начинаем. Значит так, раз, два, три, четыре. Рабочий момент. Так, раз, два, три, четыре. О, смотрите, это сладкая парочка Твикс. Кто кого, да, называется? Собаки, волки, шакалы, как хотите. И получается две стены, да, стена на стену. И получается между ними есть обман. И в этом обмане получается есть свет в туннеле, да. Но чтобы найти свет в туннеле, значит, эти двое ищут выход, из туннеля. Рабочий момент. Два диктатора. Рыцари Пентакли — это карта диктатора. Значит, один похлеще другого. И два диктатора схлестнулись в этом мире. В мире темных, в мире темного света. Да, темный свет, да, вот так можно сказать. Лунный свет, темный свет. И смотрите, тут получается даже, что они между собой соревнуются. Это можно еще сказать соревнования. Через эти соревнования смотрим. Раз, два, три, четыре. Михаил Иванович, выходи. Успешный парень. Успешный парень при своем репертуаре где-то там окрыленный. Он окрыленный. Так, теперь окрыленный тем, что его тепло, это стихия огонь и огонь и огонь, да? Его тепло, его энергия огня пошло на низ. Это спадание. Есть подниматься на вертикали, а это спускаться. И получается уже холодно.
Бывает горячо-горячо, но уже приближаемся к холоду. Где-то там еще тепло. Ну, значит, он еще тепленький, да? Ну, можно так сказать. Значит, Михаил Иванович думает, у меня все будет хорошо. Но при его энергии тепла, мысли, эмоции к Саше Лукашенко, башня, да, ведет его к разорению. Смотрите, он понимает, что он по-крупному, башня же высокая, по-крупному разрушил его дом. Значит, Михаил Иванович умышленно, разоряя дом Саши Лукашенко, понимает, что они две калеки. Два калека полностью разорили друг друга. Получается, он и свой дом разорил, Михаил Иванович, где еще он теплится огонечком. И огонек мысли, эмоции его уже затронули. Ну, знаете, можно сказать, дошло где-то там. Так, теперь. И поступки. Его поступки, это день, значит, тут что-то теплится, да? Это материальный успех. Вышла фортуна, это деньги. Тут получается разоренная схема, но есть еще запасы. Запасы, которые за защитой, под защитой. И получается, Михаил Иванович понял, что есть еще защита, несмотря на то, что все из дома вынесено. Он фактически все вынес из дома. И где-то там, он понимает, есть загашник или колытка. Так, теперь мы идем... А, тотемное животное. Кит. Ну, смотрите, все-таки он теплится. Стихия вода, да? Его покровительствует кит. Это огромная рабочая обстановка, где есть свои защиты. Теперь кит питается планктоном. Это очень изысканная пища для кита, где он подавится, да, но чтобы он его подавился, им нет. У него есть то, что он встретил соперника. Ему не так уж легко проглотить Сашу Лукашенко. Зубы надо. Так, теперь вот он. О, Господи. Значит, тут у нас получается Саша Лукашенко. 21-й аркан. Тут получается Саша скандалить, да? Скандалить он не хочет. Когда вот мы видим вот эти две палочки, да? Это получается яблоко раздора есть, а есть веник-то не разломаешь, как пословица, да? А вот веточку разломать как? И он не хочет с ним ссориться, но он уже готов сорваться. Значит, уже все на грани. И возможен какой-то прорыв, да. Но тут, получается, он еще сдерживает самого себя. И он свои мысли не показывает. Так, теперь. Ну да, он еще, видите, веточка, да, хороша веточка. Веточка. И держа веточку в руках, судьба ему говорит: держись. Напрашивается песня, да? Держи меня, соломинка, держись. Держи, да? Дальше смотрим. Если соломинка даст и Саше Лукашенко на объединение, видите, объединение, повенчаться, полюбовно. И знаете, тут еще можно сказать, если он сдерживает самого себя, это в голове у него где-то там еще Кузькина мать есть, значит, Саша тоже не воспринимает Михаила Ивановича, но в мыслях, эмоциях он выражает ему чувства. Ну, видите, тут два диктатора. Тут, получается, оба лижут друг друга, лизоблюдство, можно так сказать, при вот этих картах. Это лизоблюдство. Так, теперь. Вот это лизоблюдство. Тут, видите, тут надо же так. Это лизоблюдство, смотрите, как можно скорее проявить свои чувства. И видите, тут палки, а тут тоже палки, да.
тут как бы им вот деньгами задабривает, а этот так лежит, так лизоблюдством занимается, что по-скорому скорее бы все срослось. И видите, все-таки держа себя на контроле, у него есть еще душевные переживания. Пятый аркан и белая карта – это душевное состояние. Да, я его облежу, сказал он, Саша Лукашенко. Но что же я с этого как можно скорее получу? Но чтобы получить деньги, этот зажимает или обещает. При этом он понимает, что он разорен. Но у него есть еще свой потенциал, и он еще тепленький. Получается тепленький, да. Так, теперь берем мы... Берем мы, чем это все мысли могут привести. Бурным дебатом. Это бурные дебаты. Где скорости. Скорости. Произойдет то, что эта схема разрушится. Смотрите. Получается, Михаил Иванович, обещая ему то, что он понимает, что у Саши с деньгами туго, но он его еще... Тут шантаж, можно сказать. Это шантажист. Он его шантажирует. И чтобы ему что-то обещать, тот уже лежит, уже устал лизать. И как можно быстрее уже делать, да, вот так вот. Получается... Ничего не срастется. И получается, этот зажал, этот старается, и в итоге они поругаются, ну, там какие-то крупные у них разговоры произойдут, и очень скорые события развалятся. Тотемное животное, которое охраняет Сашу Лукашенко, пчела. Ну вот, но у него есть жало, это воздух. Это вода. Он его не достанет, и этот его не достанет. Получается, у него есть своя армия бджолы, да? Тут кит, по-украински кит – это кошка, да? А тут кит, получается, океанский. И получается, у него есть защита, у него есть свои телохранители, у него есть все. И поэтому... Между ними соревнование по диктатуре. Смотрите, вот эта карта. Диктатура с обманом, получается, которая держится на всем этом, ведет к тому, что они в скорости поругаются. Ну, получается, в хлам. Ну, вот такое слово скажу. Так, разойдутся в хлам. Так, теперь, если этот его шантажирует, Михаил Иванович, Сашу Лукашенко. Удовлетворение. Удовлетворение Михаила Ивановича по шантажу Саши Лукашенко. Шантаж был. Шантаж есть. Шантаж будет. Теперь. Лизоблюдство было, есть и будет. Это лизоблюдство. И что из этого? Вот сейчас мы посмотрим, кто кого. Так, лизоблюдство. Вот оно, лизоблюдство. А это шантаж его, шантаж и удовлетворение. Лизоблюдство. И что из этого? Так, поехали. Значит так, Михаил Иванович, ас в этом деле шантажировать. Торжество, деньги, шантаж, да? И красавчик. Ну, получается, смотрите. Ты мне там больше лежи, сказал Михаил Иванович, ложась спать. А я, красавчик, при своем репертуаре сторожу свое бабло. Богатство.
Богатство немерено, красоты невиданной, радости полные штаны. В его хате. Ну, все хорошо. Все хорошо, господа. И получается, себе дороже, самому пригодится. Жлоб. Так, теперь. Лизал, да? Лизоблюдство. Лизал Шурик. Новостями информацию доносил, звонил, говорил. Старался, приводил свою строгость или как показывал свою дисциплину. Все у меня хорошо, Михаил Иванович, так и так. Это рапортует, можно так сказать. Через это рапортование у него есть обман. Значит, красиво лжет, красиво рапортует. Ну, очковтирательство, можно так сказать. Вот это очковтирательством он занимается. Через это очковтирательство по деньгам, что не хватает чего-то, и все хуже и хуже нам становится, сказал он Михаил Ивановичу, где я ничем не могу, ничего вам не могу дальше принести, как только рапортовать. Приехать не смогу. Ну, в общем, вот так вот получается. Смотрите, как карты интересно показали. Жлоба сия Руси и лизоблюдо прапорщиком его можно назвать. Тут прапорщик. Обычно прапорщики врут. У нас есть сосед прапорщик. Педобол еще тот. Вот. И получается вот этот прапорщик, смотрите, он прибедняется, это, ну, можно еще как-то жить, да. А это вообще из вон выходящая ситуация, прапорщик не может ничего сделать. Так, и к чему это все приведет? Каждый защищает свои права. Каждый диктатор знает свое место. Можно так сказать. И это вращение продолжается. Единственное, мы будем, видимо, ходить к ним на работу все время, пока там какой-то период. И может разорвется вот этот клубок, где два диктатора защищают свои интересы. А если они и поругаются, то это опять у папа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее прибил. Ну, так далее. В общем, вот такие карты вышли. В общем, два сапога пара, можно так сказать. Ну, все, спасибо. Пишите комментарии. Всех благ. В следующий раз пойдем к директору на работу Михаилу Ивановичу. Все, спасибо.